Ко дню независимости Украины команда англоязычного еженедельника «Киев-Пост» уже по традиции подготовила развернутый праздничный спецвыпуск. На 24 страницах ищите уникальные статьи об украинской истории, культуре, книгах, знаменитостях, успешных компаниях и многом другом, чем мы можем гордиться. Подробнее обо всем смотрите в еженедельном проекте «Киев-Пост-ревью». Это большой праздник для «Киев-Пост» и для всех наших читателей, потому что Украине исполняется 29 лет как государству, и у нас есть традиция – выпускать специальный номер, посвященный Дню независимости. В этот раз нашими рекламными спонсорами стали «ДТЭК» и «Сити», и это будет большой выпуск – 24 страницы. У нас очень много статей. Нам вообще нравится подытоживать статус Украины. Например, где мы находимся в своей истории, в возрасте 29 лет. Наш звездный колумнист Сергей Лещенко написал очень оптимистичную колонку о положительных событиях в развитии Украины. Он считает, что ситуация не настолько мрачная, как говорят. Еще один наш автор, британский фрилансер украинского происхождения Богдан Нагайло, написал колонку о том, где Украина сейчас, по мнению журналиста. Украине еще необходимо расти. Также у нас будут статьи журналистов о достижениях страны за год до независимости. В Украине всегда хватает страшных, тревожных, неприятных новостей. Это просто ситуация в стране, где постоянно политика развивается, странные события происходят в политике. Мы всегда очень заняты новостями здесь. И выпуск Дня независимости позволяет нам обратить свое внимание на другие темы, связанные с историей Украины и ее развитием. И это очень для нас хороший момент. И для читателей, я считаю, как минимум, что это будет интересно. В этом номере журналисты «Киев-Пост» расскажут вам о людях, чей упорный труд помогает продвигать интересы Украины за рубежом. Прочтете о технологическом секторе, который движется вперед, все больше стимулируя экономику. И главное, узнаете о том, какое будущее может ждать нашу страну. Это очень хороший выпуск. Много полезной информации об Украине. Мэтью Купфер обратился к выдающемуся историку Сергею Плохому, и он дал нам список 10 самых важных персон за всю историю Украины, которые внесли огромный вклад в развитие страны. Чтобы написать эту статью, поскольку я не историк, я обратился к выдающемуся историку Украины, который живет в США и преподает в Гарвардском университете. Его зовут Сергей Плохий. Он, наверное, самый важный историк Украины на сегодняшний день во всем мире. И я получил от него список 10 самых важных исторических личностей в украинской истории. Потом я написал краткую биографию каждой исторической личности. Это, скажем так, не совсем новая информация для каждого человека в Украине или даже для каждого из наших читателей, но для многих это будет познавательно, потому что мало кто знает все эти личности, мало кто может рассказать об истории Украины так подробно. Ну, даже я не могу, то есть я узнал очень много в ходе работы над этой статьей. В статье Мэтью Купфера вы найдете информацию об уникальных исторических личностях, политиках, писателях, религиозных деятелях и педагогах, которые оставили неизгладимый след, помогая формировать современную украинскую нацию. Мэтт написал статью о 10 самых важных исторических и художественных книгах про Украину на английском языке, благодаря прочтению которых люди могут узнать об Украине намного больше. Эти книги, они и исторические, и художественная литература. То есть все там есть. Они из разных периодов, они и академические более книги, и более популярные книги. То есть там есть что-то для каждого читателя. Было непросто написать этот список, потому что мне хотелось не только выбрать 10 хороших книг, но вообще выбрать разнообразные книги, чтобы это не было просто, что не было просто исключительно истории украинцев, чтобы тоже была история, ну, евреев, крымских татар. Список книг об Украине не является исчерпывающим, и скорее вы увидите там имена западных писателей, но для англоговорящего читателя они станут хорошей отправной точкой.
Еще у нас статья о звездах и знаменитостях с украинскими корнями. Их на самом деле очень много. Еще у нас статья о самых главных IT-достижениях Украины. И у нас есть статья о 10 украинцах за границей, которые поддерживают и помогают Украине. Это важная статья о важных людях в диаспоре. Наш канадский корреспондент написал статью о том, как семья канадских украинцев сохраняет свою связь с Украиной. Они находятся далеко отсюда, но они сохраняют эту связь и культуру через поколения. Речь идет о семье Бориса Струк, которая всегда готова принять гостей. Это неудивительно, поскольку Борис много лет работает организатором мероприятий в Эдмонтоне и знает, как организовать любое событие – от конференций до торжеств белых галстуков и импровизированных сборов денег. И у нас есть еще статья в разделе «Очень оптимистичных новостей» о компаниях в сфере медиа и пиара и других сферах, которые продвигают Украину за границей и помогают людям лучше узнать Украину. Они улучшают репутацию нашей страны за рубежом. Я решил написать о четырех компаниях. Это креативная агенция «Банда», «Radioactive Film Production Service», и компания Ukrainer, это медиапроект в Украине, а также рекламная агенция Tabask. Наверное, вы все слышали о креативной агенции Банда, которая разрабатывала бренд Украины Ukrainow. Это, наверное, самый прямой способ продвигать Украину. Вот. Не буду о нем много говорить, потому что все уже слышали, этот проект выиграл много наград за рубежом. Вот, и через национальный бренд Украина, которая была заказчиком этого проекта у Банды, пытается популяризировать туризм, инвестиции в Украину за рубежом. И так как проект выиграл много наград, включая за дизайн, за эффективность бренда, мне кажется, цель достигается, то есть бренд эффективный. Но кроме того, Банда сейчас открывает свой офис в Калифорнии, где украинская их команда будет работать с американскими и другими международными компаниями для создания рекламных кампаний. Одна из главных целей агентства «Банда» – сделать украинскую креативность известной во всем мире, а наши бренды – популярными, тем самым помогая компаниям выйти на рынки США и мира. Еще один амбициозный проект «Банда» намерена осуществить вместе с правительством Украины, чтобы изменить представление мирового общества о Чернобыльской зоне отчуждения. Компания Radioactive Film – это production service company, они себя называют. Это, то есть это компания, которая помогает продюсировать видео в Украине. Это может быть и реклама, и клипы, а за последнее время они помогают продюсировать фильмы и телесериалы. Вот как раз телесериал «Чернобыль», который я раньше упомянул, на 30% всего, что снято в этом сериале, было сделано украинской командой, отчасти в Украине. То есть Radioactive Film, они продвигают и популяризируют Украину для съемок. Не менее успешный проект, о котором рассказывает в своем материале мой коллега Артур Корниенко, «Ukrainer». Он уже достаточно известен в Украине и начинает заявлять о себе и за рубежом. Этот медиаформат начинался с историй об удивительной природе, маленьких городах и селах нашей страны, а также о людях, которые там живут. Сейчас на счету команды множество увлекательнейших экспедиций с видеоисториями о каждой, а также полуторачасовой фильм об Украине. Мы находимся в состоянии войны России против Украины уже шестой год. Наш военный корреспондент Илья Пономаренко оценивает состояние обороны и вообще украинской армии в данный момент. Единственная история номера, которая отклоняется от темы Дня независимости, это веб-семинар «Киевпост» и украинского агентства ООН по делам беженцев. Его посвятили обсуждению наследия Сержио Виейра ди Мелу, известного бразильского дипломата, убитого 17 лет назад, 19 августа 2003 года.
Вместе с 20 другими коллегами в результате взрыва бомбы в штаб-квартире ООН в Багдаде. Проделанная Сержио работа вдохновила основать Всемирный день гуманитарной помощи 19 августа. Дата призвана напомнить о живущих в нужде людях и о необходимости обеспечить им помощь, которую они заслуживают. Еще у нас статья о вебинаре с двумя бывшими послами США, Джоном Тефтом и Вильямом Тейлором. И еще с бывшим спецпредставителем США в Украине Куртом Уолкером о нынешнем положении Украины в мире. У нас еще будут иллюстрации и фотографии. Это один из лучших выпусков этого года, и его стоит прочесть. Самые свежие новости, эксклюзивные статьи о бизнесе, политической, социальной и культурной жизни читайте в новых выпусках украинского англоязычного еженедельника, а также непосредственно на сайте «Киев-Пост». Подписывайтесь, чтобы поддержать независимую журналистику в Украине. «Киев-Пост». Listen to Ukraine's Global Voice.